Президентские выборы в Хорватии. На пост главы государства претендуют 4 кандидата. Действующий президент Иво Йосипович, представляющий социал-демократическую партию Хорватии, бывший посол США Калинда Грабар-Китарович, выступающий от правоцентристской партии «Хорватское демократическое содружество», Милан Кунджич от «Союза за Хорватию», представляющего 8 партий, и Иван Синчич от неправительственной организации «Живая стена». Согласно соцопросам, наибольшие шансы на победу у действующего президента. Йосипович обещает вывести страну из экономической рецессии благодаря конституционным изменениям. А по словам его ближайшей соперницы по предвыборной гонке Грабар-Китарович, страну из кризиса сможет вытащить малый и средний бизнес, а не изменения в конституции. От следующего президента мы ожидаем того же, что и от всех других. Он должен представлять всех граждан. Под его руководством в стране должно наступить процветание, чтобы людям больше не было стыдно, как сейчас, потому что уже 20 лет прошло со дня независимости Хорватии. Полагаю, что нужно продолжить реформы, но более активно и целеустремленно. Думаю, что роль президента в этом процессе должна быть более значимой. Мыслим, что тут улога президента может быть очень значимой. Президент в Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на 5 лет с правом переизбрания на 1 срок. Если ни один из претендентов не получает в первом туре 50% плюс 1 голос, через 2 недели проводится второй тур.